Большой праздник для маленького человека. Именно таким должен быть настоящий Новый год. И когда, как не сейчас, должны исполняться детские мечты. Дарить подарки в канун Нового года детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из многодетных и социально незащищенных семей, стало доброй традицией для сотрудников администрации района и сельских поселений, руководителей КФХ и предпринимателей. Пятилетний Игнат Хребтов из Дмитриевского сельского поселения в этом году получил подарок из рук главы района. У маленького Игната врожденный детский церебральный паралич. Заур Хамирзов поздравил мальчика, а также его брата Илю и сестричку Алену с наступающими праздниками, пожелал им здоровья и благополучия. Я вас поздравляю от души. У нас ежегодно вот мы детям, сотрудники администрации, поселения ездим, поздравляем. Вот в этом году решил приехать к вам. Здоровья, счастья, благополучия. Сейчас улица холодное стекло, как летом пили зяблики, сегодня паспорты, как розовые яблоки на ветках снегири. Она отличница. Мама Игната Наталья Хребтова обратилась к главе района с просьбой оказать помощь в приобретении путевки на санаторно-курортное лечение. Эта проблема была решена на месте, и уже в январе Игнат с мамой поедут в санаторию.